Всем привет на моем 56-м стриме, и сегодня мы начинаем проходить игру Lost Odyssey. Это JRPG, эксклюзив для Xbox 360. Сразу хочу отметить, что игра у нас полностью на английском, русской версии нету, даже кривой, вообще никакой. Возможно, с этим будут проблемы, не знаю. У меня как бы уровень английского, ну, то есть что-то знаю, но... как получится, в общем. Наверное, открою еще Google переводчик у себя. Но... Извиняюсь, где мобила? Давайте, давайте играть. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что, в принципе, с переводчиком должен потянуть. Так. Ну, собственно, тогда включаю. Вообще, говорят, игра очень хорошая. Это от создателей Final Fantasy с 1 по 10. Я вот себе девайс прикупил, видеозахват. Сейчас посмотрим. Мне тут очень неудобно. Мне приходится переключать монитор на HDMI. То есть я буду видеть только игру, не буду видеть винду. Поэтому у меня чат на планшете. В общем... Есть некоторые неудобства с этим. Вот, ну поехали. Так, ну что сейчас? Блин, затупил. Геймпад не включил. Так, а чего тормозит? Лол. Секунду, а чего тормозит? Я же тестировал, у меня все было хорошо. Ну-ка. Секунду, это сам девайс тормозит. Сейчас, извиняюсь, надо перезапустить, наверное, эту прогу. Странный, конечно, немного девайс оказался. Так, ну-ка. Все нормально. Так, все, тогда переключаюсь на HDMI. Надеюсь, я чатик не буду забывать читать с планшета. Ну, для этого мне, естественно, надо голову опускать, поэтому это не очень удобно. Вот. Итак, New Game Continue и тысячи лет снов. Странно. Ну, New Game выберем. Что нам стоит? Так, скорость текста slow, потому что ну английский. Что за caption? Кэпшн — это надписи какие-то. Ну, пусть будут он. А, вот, голос озвучки тут. Ну, английский, конечно. Но на слух, я сразу говорю, на слух я английский вообще не очень. Battle Cursor. Так, по умолчанию будет Battle Auto Input. Так, то есть авто вот в битве. Задняя линия также автоматически или задняя линия не автоматически? Я не знаю, о чем идет речь, но пусть будет по умолчанию. Камера вниз, вниз, нормал, так. Да. Это все норм. Норм. А что нужно нажать? Старт? А, Save Changes, да. Thank you.
Опа, геймплей. Нормально так, войско полегло. И это... Хоть бы что, ну, не знаю, атака. Ой, кого атаковать? Их же многовато что-то. Ну, давай, любого. Так, его зовут Кайм, видимо. Так, ну давай атаку, у нас здоровье вроде есть, что-то не атаковать. Обычно в начале у нас особо выбора нет, просто кнопку бьем и все, и по-любому должны выиграть. Так, следующий. Я надеюсь, что правильно сделаем. Вон один слег, что ли, уже. Использовать айтем. Так, ну понятно, короче, полечиться. А, у меня 364 из 370. И сколько оно восстановит? Окей. 100. А, теперь атакуем. Так, что можно атаковать? Грунт? А, ну, в общем, эти оружие, орудия вот эти можно атаковать. Да норм еще постоит. Продолжаем открывать орудие. Давай, побудьте. Два? А почему два? А, ну отвалилось что ли? Или что, нет? И танк придавило вообще жесть.
Okay. Так, ну я думаю, можно пока атаковать. Да оно тратит два, я не понимаю. А что это справа сверху, это ЛВ-1, это я не понял. Это мой левел? Окей. Непонятно, что это. PGC написано. Ну ладно, будем бить по два. Один вообще. Ой, больно. Как он вообще выживает после этого? Все, вылечимся. Окей. Сейчас у нас тут дубаня. Ну ладно, я 200 полетел, он 110 потратил. Что-то не так, по-моему. Может, эквип надо? Нет. У меня и так это, видимо, установлено. А, вообще 10 уровень персонажа. Каим Органа Арзавр. Значит, продолжаем тупо бить. Пока у нас не закончится аптечка. Уже осталось 4, ну это же 3. Окей. Да. Что-то мне кажется потрачено. Может правый атаковать, наоборот левый. Так, походу да. Блин, да ладно, я так затупил. Привет, Тор. Да ты ничего тут не пропустил. Тут, короче, вон битва, видишь? Завязалась. Стоп, мне надо вылечиться. Короче, одну игру тише. Okay. О, это проблема, ты знаешь. Сейчас, секунду. Короче, одно войско положило другое войско, а потом маги на вышках подняли упавшее войско.
И вот этот чувак, короче, порешал там всех. И теперь дерется с этой штукой. Сейчас я переключу монитор. Так, вот так нормально сейчас по звукам. Ну, короче, жду, пока ты отпишешься. Пока атакую. Норм, ну ок, сейчас так-то переключаем. Нравится японца? Вот сейчас меня порешают конкретно. Да, у робота большой. Молот, как это называется? Дубина. О, ну сейчас все будет. Лол. И все, у меня нет здоровья. Ну, короче, я затупил, я вначале бил только в одну. Ну и все. Заново. Я первый же бой слил. Что? Это что сейчас было? А кто меня поднял? Пека, кто меня поднял? Что за бред? Типа обучение, что ли, потому что? Я думал, все. О! Во! Ну, так давно уже. Ну, давай такое оставшееся. В консольные игры нельзя умереть. Ну что, все. Получил. О, внезапно отошел, чтобы не попасть под эту дубину. Not bad. Ну, графон норм, конечно. О, они что, в пещере? Или что это такое? Только пафоса, да. Ну это такая, думаю, задумка такая. Типа как Devil May Cry там. Если ты играл.
Но они походу в пещере. Причем под вулканом, я не знаю где-то. А это стоит ему норм. Тогда какого в пещере были облака или это был дым? Непонятно. Ну ладно, в общем. Смотрим. Если будет озвучка, то это будет печалька. Если без текста, я не осилю. А, не. Так. Правый стик у нас вот таким образом камеру почему-то крутит. Левый стик, соответственно, ходьба. Так. ЛТ. Ничего, РТ. РТ приближается чем-то. Так, ЛБ. Ничего, РБ. Тоже ничего. Ну ладно, пойдем посмотрим, что это такое. А, сейф. Ну давай сейф. Сейф не в любом месте, это мне уже нравится. То есть не чекпоинты, как сейчас обычно автосейвы, а нормальный такой олдскульный сейф. Так, на Y у нас меню. Прям как в финалке. Давай статус посмотрим. Атака 111, защита 61. Мана есть 20. А, вот написано до следующего уровня 100 опыта, да? Платиновый этот меч. Ясно. Так, что у нас за предметы есть? Никаких. Скилл. Походу никаких скиллов. Ну, короче, ладно. Наверное, нам объяснят еще 100 раз, что это, что тут как. Нет, ну, скорее всего, это именно в этом сражении не мог умереть, но я так думаю все-таки. Вон, на селект у нас масштаб камеры меняется. Не камера, а карта. А старт, ну то по паузе. Ну все, пошли. О, выжившие. Ну давай. На! Готов. Что-то они вообще не очень. Да что-то вообще не очень. На! Готов. Я говорю, как выжил, наверное... Потому что это как бы, ну, типа тренировка все-таки, чтобы не начинать игроку каждый раз сначала. Хотя вообще, конечно, да, мне тоже не очень понравилось. Ну ладно, будем надеяться, что в других местах я так не буду выживать. О, нашел аптечку. А интересно, тут случайные враги нападают или тут как? Ну, в плане, вот как в финалке, типа, просто бежишь и рандомно. Bruiser Ring? Да, View, давай туториал.
Так, переключай таргет ринг систему, тебе... А, чтобы переключить, тебе потребуются кольца. Ну, чтобы включить, имеется в виду. После того, как ты эквипнешь, ну, блин, как сказать по-русски-то, экипируешь своего персонажа кольцами, атака команды увеличится, увеличит таргет ринг автоматически, блин. Ну, короче, примерно понятно. Так, искать логику в играх — это быть сумасшедшим, а искать логику в японо-играх — это вообще не знаю как, ну. Так, Target Ring, боевая система, добавляет несортированные возможности к твоему нормальному, к твоей нормальной атаке оружием. Ну, различные, видимо, возможности, assorted. Пока Target Ring система активирована, Target Ring и счетчик времени будет отображаться, где ты выбираешь команду атаки. Ну, короче, понятно. Так, когда счетчик времени стартует, удерживай правый триггер, это RT кнопка, так, и выпусти, ну, и отпусти ее, когда аутер, ну, внешнее кольцо будет за таргет ринг. Ну, короче, я думаю, разберусь на месте. Держать, потом отпустить в какой-то момент, там, как обычно. Типа QTE, наверное. Если тайминг отличный, то атака будет завершена эффективно. Перфект — это лучший результат, который можно получить. Если время выйдет, и твой тайминг вообще дно, то результатом будет bad, ну и так и будет написано, видимо, вместо perfect. И ты не получишь никакого эффекта. Ну, блин, это вроде очевидно довольно. В смысле, в другую игру хочешь сыграть? Ты можешь получить дополнительные эффекты с Target Ring системой. Depending, это что? В зависимости от того, какое кольцо ты экипировал. Ты можешь выбрать свое кольцо в зависимости от ситуации. Не, зачем again? Другую? Да ну ты чё, лол. Какую другую? Тебе же надо это, 2D. Не? Так, а чё, мы туда не можем бежать? Да нет, подожди, как не можем? О, случайные битвы присутствуют. Чё? Говорит. Вот. Так. Ну давай. Вы же ваншотные, да, вроде? А, вот. Все, я понял. Ну, короче, блин, я затупил. Не, ну а кто будет хронотриггер проходить? Не, ну как хочешь, я просто не пойму, про какую ты игру пока говоришь. FF7, что ли? Лол, я не понял, что надо еще раз. А, вроде понятно. Короче, вот это внешнее кольцо начинает сужаться, и нужно отпустить, пока оно, ну, как можно ближе к этой рамке. Типа того, когда оно сузится максимально близко, но при этом не переедет слишком далеко. Привет, Романчик. Я не знаю инфа 100%, но может быть. Я не могу туда пройти. Что мне делать? А по карте вроде бы... А, нет, стоп, по карте я вон там могу пройти, да? Лол, а в чем проблема?
Да. Ой-ой-ой, горячо, горячо, горячо. Что тут у нас? Ангел с плюм. Плюм, я не помню, как переводится. Давайте посмотрим, как плюм переводится. Не будем оставлять пробелы. Шлейф или перо? А, перо ангела, типа воскрешалка, что ли? Типа как перо Феникса в финалке? Романчик, ну, наверное, почему нет? Если затянет, да, ну, скорее всего. Вообще, мне пока нравится, в принципе. Правда, пока непонятно, что с сюжетом. Но единственное, что вот, возможно, с английским проблемы будет. Потому что английский я знаю плохо. Так, что я только что взял? Давай посмотрим. Так, items. Tail Feather, The Revivers, Go. Да, короче, воскрешалка. Правда, мне воскрешать некого, не сможешь себя. Не, ну просто сюжет, конечно, хотелось бы тоже понимать. Я боюсь больше всего именно диалогов с озвучкой, и особенно если там еще не будет субтитров. Но даже если там будут субтитры, о, ну ману, понятно, ману устанавливать надо. Даже если там будут субтитры, если они будут сами пробегать, ну то есть диалоги же, они идут, 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 то я могу это тоже не успевать понимать. В общем, посмотрим. То, ну давай кинь потом скайп. Так. Nameplate. Вот это уже надо уже посмотреть, я не знаю, что это. Стоп, а где оно? Это Weapons? Нет, нет. Valuables. Стоп, а valueless это, ну value это же значение, а valueless это что такое, не понял. Ценности, а, ну понятно. Ценность, ну короче драгоценности, бытового, да, ну оно очевидно вроде, и что, я не могу с ним ничего сделать, окей. Какую-то черту я сейчас переступил. А, локация. Highlands of Wall, Edge of Wasteland. Ну, короче, пустоши. Единственное слово, которое я понял, это пустошь. Но Edge это ребро вроде. Ребро пустоши. Так. Ну давай. Гуд, ну, нормально. Ему сра... Он все равно ваншотный. Однако будем тренить. Ну ладно, гуд тоже будет. Гуд тоже гуд. Стоп, а как сверху сделать? Что-то у меня первый один раз только получилось. 75 золота получили. А опыта мы сколько-то получили, я не пойму. Не написано, да, получили ли мы опыта. Так. Мы сюда можем забежать куда-нибудь? Тут вообще секретки есть, интересно. Просто там карта прям показывается, по идее. Я не знаю, может ли что-то забыть за пределами этой карты. Ну, типа как секретка. Что я взял? Хилинг, не успел посмотреть. А, ну понятно, аптечку я взял обычно. Так, тут нам даже не дают посмотреть. Толком. Игра чистой воды финалка? Ну не знаю, финалки они же
Все-таки подробно. Ну, я просто финалку последнюю видел, девятую, и точно не прошел. А вообще это от создателей FF1-10. Надо дольше, что ли, держать, чтобы перфект был? Или наоборот, меньше? Не, надо как-то точнее, вероятно. Да что-то не получается. Ладно, идем дальше. Тут ничего нет, нет, ну ладно. Подойдем к тому кустику. Нет, нам не дадут подбежать к тому кустику. Дадут. Нет, ничего нет. Тут ничего нет. Будем по максимуму исследовать локацию. Заодно прокачаемся. Чего на 21 раньше отпускаю? Не понял о чем-то. А, там вверху счетчик, вот я слоу. А я смотрю на только на круг и даже не видел, что там счетчик лоу. Ну-ка сейчас. Ну, 23 отпустил. Все равно что-то пока не выходит. А вот 30 с чем-то было. Ой. А они все равно ваншотные, в принципе. Ну заслужил, заслужил. Не спорю. Джордж. Смотрим. Джордж, это же куст вроде, нет? Нет. Путаю в чем-то. Теснина. Ущелье. Что, плохая система? Не понял. Плохая система в игре лучше. А где не лучше? Что-то я не понял смысл этого предложения вообще. Сейф. Отлично. Звуки приятные в игре. А почему ты не знаешь, что стримить? Что изменилось, лол? Стоп, а что-то пропустил? А, это нет, это точка сейва. Вон там чел, он все еще жив. Че? Эй, ты. А что насчет остальных? Ты один? Как тебя зовут? Ты солдат, наверное, юнит? Второй лейтенант Кай Маргонар, командир 17-й платун. Не успел. Пошли со мной вот сюда. Невероятно, еще один выживший, да. Удивительно, что он сделал, что не успел, ладно. Ну, короче, да, английский, у меня такой английский.
Whetstone. О, еще один туториал. Сейчас посмотрю, что написано. А, ну блин, Тор, ну печалька для тебя. Так, ты можешь собрать кольца, которые тебе нужны в Target Ring System, используя Ring Assembly. Ну, типа сборщик колец. Запомни, что тебе нужны компоненты. Они очень отличают... А, много различных компонентов есть. Эти компоненты могут быть... Эрнет? Получены, наверное. Не знаю, в битве. Или найдены в... Ну, короче, найдены. В всяких там сундучках. Кольца могут быть использованы как компоненты. Кольца сами по себе могут быть использованы как компонент тоже. А, вот. Гринти, привет. Откуда Xbox? О, это долгая история. Я потом как-нибудь расскажу. Там целая эпопея у меня была. Думал преданный Пикач, ну вот. Просто я из GTA 5 ее купил. Тор уже не торт. Так, на экране сборщика колец ты найдешь список формул, короче, которые собирать. Если у тебя есть компоненты для экипировки, ты можешь собрать кольца, ну, короче, собрать кольца. Изучай разные возможные всякие возможные сборки колец. А. Изучай по возможности экран сборщика колец, где ты найдешь новые компоненты. Ты найдешь новые формулы сборки, которые ты получишь. А, которые. А, блин. Не могу перевести. Короче, которые тебе позволят новые компоненты, что ли, получить. Взламывать картридж Соника. Ты можешь отфильтровать кольцовые формулы, нажимая X. Так. Поиск формул. Чё? А, ищи формулы, чтобы получить новые компоненты. Ну, в общем, понятно. Тут на кольцах все завязано. А, ну давайте попробуем. У нас же есть кольцо и у нас есть... Ну-ка, Ring Assembly. Так. Увеличивает урон от атаки. А это увеличивает... А, стоп. Attack Dim... А. Ну да. Эффективная... Арея, ну типа, это как это называется, ну зона, короче, widened. Widened, типа, широка. А, короче, массовая атака, что ли. Я не знаю, что за Last Remnant, но это эксклюзив, и мне захотелось пройти. Так, ну давайте попробуем. О, ачивку открыл. Да ладно, там ачивки на японском. Ой, круто вообще. Чё, мне нравится.
До того самая крутая ачивка. Не, ну норм вообще. Так, ты что, это тоже можно копировать? Короче, я не понял. Пока что я что-то не понял. Солнце, это кольцо это появилось? А, вот кольцо, да. Так, эквип, ой. Давай-ка экипируем, если... А, ну уже экипировано. Короче, ты отрядами управляешь, короче? Ну... типа тактикс я не очень люблю. Ну, это РПГ не очень. Переведи, какую ачивку получил? Да нет. А, нет, хотя что переводить? Собрать первое кольцо. Все, перевел. Я удивлен, что... Ну, что ты выжил. Ты можешь взять бронированную машину. Ну, он типа отправляется очень скоро. Как можешь видеть, наши силы были ну, разгромлены. Я... Сейчас. Забыл дабт, как переводится. А, я сомневаюсь, что кто-то выжил за пределами Хайлендс. Финалку, в которой вместо приказа одному персонажу ты даешь приказ группе персонажей. А, ну, ну не знаю, посмотрим. Я-то сейчас это прохожу, так что в любом случае. А, ты. А, ты показал им. Мы зачистили этих хэнд. Это, видимо, хэнд это. Название тех войск, что ли? Вот что случилось, случается с теми, кто... короче, не знаю. Ну, короче, наверное, кто противостоит Ухре. Ухра. Ну, типа того. Пожалуйста, простите меня, этот пациент нуждается в моем внимании. Заголовок. Шокированный солдат. Без экшона и мобов? А что, тут нет экшона и мобов? Я не могу поверить, что война закончилась вот так. Я слышал, что... А, это метеор упал? Да ладно! Они что, наркоманы? Метеор, когда падает, он останавливается в 100 метрах над землей, и из него выпадает лава, что ли? Ну, короче, я слышал, что метеор упал на поле битвы. Это правда? Как такое могло случиться? Highlands of Wall имеет что? Become a field student. Hand should. Ну, короче, да, вот эти хент, это, видимо, вот это вот название войск, или чего там, ну, вот этих вот, типа наших, за кого мы сейчас. И, ну, типа, нужно стратегию сменить. Ну, понятно, такие общие фразы.
Так, ну, зайти в бронированный этот. Ну да, почему нет? Мы выдвигаемся. Пошли. А вот, Ухра Трупс, Армored Faithful. Ну, отряд Ухра, бронированная машина. Я в порядке с того момента, как я был, ну, на острие битвы, что ли, поле битвы. Но... Ну, отдых моего солдата... Что-то я не понял, честно, не понял. Ну, я думаю, ничего такого важного, в принципе. Так, видишь, то уничтоженное магическое оружие. Я не могу поверить, что магическая энергия не смогла защитить его. Я только... Кстати, Соу это увидел или сказал? Что-то не пойму. Чё? Пила? Нет, наверное, это кривой перевод. Подожди, сейчас. А, я только видел, да. Я только видел вспышку от света, последующую за большим взрывом. Где каждый был... Стой, ну вайпит это как типа... Ну вайп это же уничтожить, да? Вроде. Ну как-то недословно. Чё, чтобы уже... Вытер. Вытер. А, вайп это вот уничтожен, да. Где каждый был уничтожен. И друг, и враг. Что за черт там произошел? Типа, какого черта там произошло? Это офицер Сэлф Фамор, что-то... Она как ты. Вы оба ходячие miracles. Не помню, как переводится. Привет, Гуд. Не, ну тачки у них, конечно. Перевод good, ну извини, какой есть. К сожалению, я не нашел даже пиратского перевода на эту игру. Вы оба ходячие миракасы. Ну как это слово долбанное переводится уже, подожди. Вы оба ходячие чудо. Типа вы оба чудики. Блин, не успел. The council wishes to hear from a survivor, sir. Что-то он хочет услышать от вызыша. Кто консул, что ли? Извини, не ты, офицер, Балмор. Я тоже выживший. Консул только вызывал вот этого. Сядь и заткнись. Это жестко. Это все, лейтенант. Я
Югра, что Югра? А, ну вот это вот, да, вроде, это Югры читается, ну типа вот, они вроде Югры. Иди за мной. Почему Гордон Фриман? Так. Ну мы же не пойдем за ним, да? Надо же обследовать. Ну что-то вроде тут особо ничего нет. Ну-ка, а тут что? Главный герой молчит, больше ничего не надо. Ой, не выгонит ли нас отсюда сейчас? Ладно, я думаю, не стоит. Хотя не, поговорим. Если ты хочешь войти в город, ты должен взять, вызвать лифт в той башне. До монорейл. А, блин. Ну, короче, до монорельсовой станции. Ты можешь пойти войти в сердце города с помощью монорельса. Пойдем тогда. Посмотрим, что там у нас. И чего? А, я не нажал, что ли? Блин, вроде же нажал. Так, Great Gate Inside Tower. Ну, Великие Ворота внутри города. Икшон? Ну нет, Икшон уже был. Сейчас пока что походи, какие-то ходилка. Морим, читаем. А, это сотрудник проблемной станции. А, один солдат рассказал мне, что он потерял этот... этот амулет, да, килмет, забыл сейчас. А, нет, что-то шлем, шлем. Он потерял тот шлем. А, не этот, а его шлем. Где он может быть? Он сказал, что уронил его. Когда он поднимался на лифте, но он, когда он вернулся обратно, чтобы забрать его, тот пропал. Стоп, это лифт? Нет. Мне даже не надо кнопку нажимать, я просто на него встал, и он уже поднялся. Чё за не очень? Нет, обратно. В общих чертах, ну, постараюсь. Нет, ну просто мне иногда дословно проще. Как это можно сделать снова? Этот грузовой лифт не работает так же, как другие. Чего?
Не знаю, короче, насчет того шлема. Наверняка, ну тут такой мини-квест, видимо, можно как-то найти этот шлем. Но я не знаю, как. Понятно, возьмите этот лифт, лейтенант. Монорельс ждет на станции выше. Ой, тут бегать можно. Так, интересно, я сейчас я с криптом иду уже. Видимо, все. Походу мне нужно спуститься вниз другим путем, и там может валяться этот шлем. У меня такое ощущение. Не, походу нифига. Не, ну ладно. Нет, так нет. Хорош шляться, короче, повсюду. Станция впереди. Ну давай, пошли. Монорельс. Станция Великие Ворота. Так, что у нас тут? О, там какой-то местный Че Гевара, походу. Лол, что? Да ладно, случайно нашел. Тут нету? Да. Так, надпись я прочитать не могу. Многовато секретов, но я уже заметил. Так, все на борт. Мы, ну, типа, отправляемся скоро. Не, подожди. А вы кто? Кто-то из моих подчиненных... ну типа некоторые выжили, и он офигел от этого, да, вроде того. Так, тут закрыто. Ну ладно, пойдем тогда на монорельс. Ну, поезда здесь. Блин, потом комиссион. Типа постоянная стоимость сохранять. Но люди обычно ездят бесплатно. Что-то я, короче, не понял. Ну ладно, походу зайцами, что ли? Внутри вагона. Почему тебе не отдохнуть немного? Когда мы выйдем на станцию, мы будем идти ну короче, мы пойдем в холл консула, ну типа против консула. Эй, ты тот чел, да?
Солдат, который не может умереть. Семнадцатый дивизион. Ты был на линии фронта. Короче, где-то в середине Wall Highlands. Никто не выжил при падении метеорита. Но ты без царапина. Извините, лейтенант, но это очень странно. Многие пытались, ну, типа, сохраниться. Ну, короче, наверное, выжить, да? А, да, вдалеке от центра... Даже вдалеке, короче, от центра вот этого столкновения, и то получили серьезные ранения. Просто тяжело поверить, что кто-то выжил в аду в этом. И не надо верить. Консул не любит такую аттитуд. Не любит такое отношение. Ну давай, расскажи нам, как это сделал? Еще рассказать. Совсем наглые стали. Значит, походу, то, что я выжил, когда у меня закончилось здоровье в первом бою, это было не то, что там, типа, ради тренировки и так далее, это, походу, фича какая-то. Я не хочу никаких проблем от тебя, пока мы не приедем к консулу. Ну, я знаю, что криво перевел, ну, суть-то понятна, да? Ну, короче... Давай-ка, не приставай ко мне, говорит. Массовая паника в столице. А, ну типа, все боятся, какая будет следующая цель у... что будет целью следующего метеора? А что будет еще следующий, кто сказал? Некоторые люди уже начали фли болеть, бежать. Угра будет в порядке. Именно по этой причине мы имеем, у нас есть, была магическая индустриальная революция, чтобы защитить нас от вещей, как это. Пойдем всем наваляем, сейчас. Microsoft Game Studios представляет Mistwalker Production, developed by Phil Plus. Ну, короче, вы поняли. Вот, Нобуо Уэмацу, музыка. Тот же, что в финалке писал музыку. С первой по десятую.
Не, ну графон такой хороший, приличный. Для Xbox вообще очень хороший. В общем, это что-то типа стимпанка, да? Потерянная Одиссея. Такой глаз урона. Тридцать лет спустя новая сила установилась в мире. Мы изучали, короче, блин, магическая социальная эволюция. Сила называлась магическая энергия. Даже сейчас никто, кто может что-то силы там. Сейчас. Короче, никто не может противостоять против этого. Изменилась жизнь всех людей, трансформировала всю индустрию. И все как бы саму суть войны изменило. Ну, короче, магическая это энергия, имба. Это правда, что что-то. Войска были уничтожены. If the Gozo were to strike now, there would be no way we could defend our country. Мы не можем защитить все страны, что там опять ударить или Гоца. Ну, опять атакуют типа. Мы подготовились много большое количество милитарии, ну этих войск, короче, что-то. Are you saying that even the meteor crash was a Goatson plot? Что вы насчет скажете насчет падения метеорита? Мой лорд, у меня нет информации вроде бы. We suspect that a situation at Grand Staff may have caused the meteor crash. Grand Staff. This is not the first time the stories about them reached my ears. Не первый раз слышу эту историю. Grand Staff, что-то такое. Energy may have leaked out of Grand Staff, interfered with something in outer space. Precipitated this disaster. Gongora! Yes, my lord. The Grand Staff falls under your jurisdiction. Do you have anything to say? Nothing for the moment. Where did you get this information? The construction of Grand Staff is going smoothly. Now that the forces of Ura have suffered such devastating losses, I think we have no other way to protect our land except with the magic energy that Grand Staff. Все, что понял, скажу после текста. Hold off on debating the pros and cons of Grand Staff until we thoroughly review the world's current situation. What you say makes sense, but our plan to use magic energy is a double-edged sword. With all sorts of rumors flying around, we might want to halt construction of Grand Staff. What? Only temporarily. Soon as it's clear that Grand Staff had nothing to do with the meteor collision, we'll resume construction immediately, Gongora. Короче, какой-то есть Grand Staff. Если я правильно понял, возможно, я абсолютно неправильно понял, потому что очень тяжело для меня все-таки. Это вроде может остановить метеорит или что-то такое. И. Но чем-то он. То ли они не могут его контролировать, то ли не имеют доступа. И поэтому что-то собрались его вроде как
разобрать, что ли, временно. В общем, если кто-то понял лучше, то, пожалуйста, напишите в чат. Для меня было очень тяжело на такой скорости, конечно, воспринимать. Возможно, я вообще сейчас какую-то чушь сказал, как бы не исключено. Ну, ладно, уже поймем по ходу дела. Тут нет никакого журнала, типа, прочитать. Не, вроде нет. Ну, то, да понятно. Ну, короче, еще была суть в том, что, ну, вот... ну, они, видишь, противостоят два этих... как сказать, наверное, типа два государства, да, вот эти Угра и вторые вот эти, забыл слово, ну вторые, в общем, да, с кем они дрались, и типа, что они вроде готовы к отразить их атаку следующую, но вот типа с метеорита непонятно, что делать. Я лично так понял, ну посмотрим уже по ходу дела. Так, проходите в лифт, лейтенант Аргонар. Консул ждет вас. За монорейс не функционирует в данный момент. Да, походу скоро прилетит, они ничего не могут пока сделать. Мне это напомнило финалку кое-какую. О, я вижу сейф поинт. Нас нет времени типа оставаться здесь. Ну, короче, идите к консулу. Мы должны выдвигаться, лейтенант Аргонар. Ну, короче, еще длинная дорога в этот. Консулу, вроде того. Так, что у нас тут? Здорово. Я не знаю, кто это, но... кто-то продолжает бросать мусор в вазы. Ну, короче, ладно, не важно. Ну, короче, не важно, говорит, тебе тут ничего не надо. Собачка. А ты не хочешь поговорить? Ну ладно. Ну, с солдатами, я думаю, нечего особо разговаривать. А вот с этим можно. Добро пожаловать. Здесь ты можешь... Чё? А, короче, вопросы по монорельсу. Типа, что куда. Ну, неважно. Стоп, а куда надо-то? Я думал, сюда куда-то надо. Не понял. Не понял, а куда идти, лол? А, или вот сюда все-таки. Понятно. Вопрос, почему я слушаю этих смертных? Так, площадь, центральная станция. Ну вон, они идут, короче, мне надо за ними, да, но мы это изучим тут тоже все.
Так, это Boarding Korea, Magic Texas. Короче, выступающая зона для магических такси. К сожалению, сейчас не обслуживается. Из-за приказов сверху. Мы на рейс бесплатный, но пока военное время. Однако стражники смотрят на меня как на ребенка. Уже полгорода перебил, зачем? Он же. Хотя не, мы не знаем на самом деле, он положительный или нет, что он убивал людей на войне, а сейчас, ну, как бы ходит, ну и что? Не факт, что он вообще положительный. Так, все солдаты. Блин, уже устал переводить. Короче, ладно, тут ничего важного. Давайте все-таки поговорим. Вдруг какие-то интересные вещи скажут. Я, короче, буду переводить то, что считаю как бы интересным. В таких вот диалогах простых. Кому надо, кто знает английский, так прочитает. Хочешь сыграть роль злодея? Ну это ты можешь в это в Star Wars KOTOR 2 там на темную сторону перейти. Что ты думаешь? Эй, ты как ты думаешь, разве она некрасива? Реальная тачка бегает на магическом движке. Ну, не бегает, ну, бегает. Опа. Так, тут ничего нельзя собрать. То, что плохо работает желудок, не обязательно переводить, ну ладно. Пошли на главную улицу. Консул это. Ну холл, как это называется-то, холл? О, город Угра. Ну, короче, близко мы уже. Well done. You may leave. Готово. Оставьте нас. Лейтенант, спасибо вам, что выполнили работу. Я Роксиан. Ну, короче, консул. Так, лейтенант. Люди зовут вас бессмертным. Мы знаем, что не было выживших там, когда метеор упал. А ты даже пришел не раненый. Как ты выжил, скажи мне? Я не знаю. Мой лорд, пожалуйста, разрешите мне объяснить. Хорошо, говори. Спасибо, мой лорд. На самом деле, этот человек бессмертный благодаря моей магической энергии. Он под заклинанием бессмертности, которое я конжурил, ну, типа, накастовал. Я хочу знать больше.
это бессмертное заклинание. Как оно работает? Я не знаю. Что? Ты говоришь, что не знаешь о заклинании, которое ты кастанул? Пытли его, он уже бесит. Я не помню. Я... не помню ничего. Нет, подожди, рекол. Какое странное слово. Ну, короче, да. Ничего не помню. Мой лорд, этот человек потерял память. Он опытный. Он опытен магической энергии. И также будет... А, я также обучаюсь его способностям. Тогда расскажи нам, Гангора. А, тогда ты можешь рассказать нам, Гангора. При всем уважении, мой лорд, это заклинание лечит. Лечение, да, типа. Если... А. Сказанное... Так, ну ладно, раз у нас есть возможность здесь перевести, то я лучше буду переводить довольно подробно. Так, что-то незнакомые слова пошли. А, это сказанное просто слухи. Блин, что-то непонятно вообще сейчас. Ну это сюжетное, так что переведем. Ничего страшного, я думаю. Оно приносит смерть рядом. Для безопасности всех будет лучше, если оно будет держаться в секрете. Типа жизнь 3 за FF6, ну походу да. Только... Фишка в том, что я же его один раз уже выюзал, да, когда меня прибило в том бою, как тогда еще оно расрабатывало? А, не знал этого набора слов, когда проходил, ну... Очень хорошо. Пока я доверяю тебе... Студент опинион. Студент опинион. Ну-ка. Пока я доверяю тебе, типа, мнение. А желтый... Ну, короче, то, что мы не должны знать, это заклинание, вроде, да? Смерть отличается, выделяется фейт, судьбой. И никто не может победить ее. Лейтенант, так, вижу, вы не можете быть убиты. Консул Бестоу, что за Бестоу? Какие слова левые. Консул хочет дать тебе особую миссию. Эксперимент, как прокатит заклинание.
Мы хотим, чтобы ты пошел к Grand Staff. Все-таки переведем Grand Staff. Ну, великий... Ну, Staff это... Ну, короче, я примерно понимаю, но мне, я не очень понимаю все равно, как это сказать-то полностью. Чего? Ну, короче, я не знаю, как это перевести. Великий персонал. мой лорд. Гангора, ты не можешь держать это в секрете бесконечно долго. Сейчас конструкция будет... Left up to you. Господи, что я не могу перевести какие-то простые эти даже. Сейчас конструкция остается за вами. Что значит конструкция? Конструкция, может, как-то еще переводится, construction? Я смысла не понял. А, тут фото строительство. А, фейл. Короче, теперь строительство остается за вами. Но мы потеряли контакт с сайт. А, ну мы потеряли, короче, с этим местом строительства контакт. Просто это... Гангора. Пока мы можем подтвердить, что Grand Staff проект безопасен, строительство будет приостановлено. Да, мой лорд. Я не знаю, как вести. Итак, сейчас, лейтенант. А ну, короче, типа, ну давай. Бывай. Ты знаешь, что Grand Staff... строительство Grand Staff происходит в море Баус. Интересно, это переводится как? Нет, не переводится. Просто в море Баус. Я слышал, что это магическая став. Но я не знаю, став переводится как персонал. И как я должен это перевести? Я не понимаю. Magic staff, короче. Да, это так. Как ты мог слышать, все связи с местом, где будет срублено for some time now. Чего? Вообще не понял. Место, в котором будет готов это срублено для некоторое время сейчас. Ну, короче, ладно. Так, консайдер Nintendo. Опасность от утечек магической энергии существует. Мы... Аспект это уверенно или что? А, наоборот, мы подозреваем, что никто не может
предусмотрито, по-моему, возможные исключения. Ну, короче, что кто-то бессмертный. Итак, это кто-то другой. Что ты хочешь сказать? Wall Highlands, другой бессмертный. Его имя Белмор. Ее имя Белмор. Хорошо тогда. Этот другой составит тебе компанию. Я вызову ее. Быстрее сделайте arrangements. Наверное, приготовление. Как скажете, мой лорд, извините, хочу кое-что сказать. Но я строю Grand Staff для Сейк. Что? Ну, Сейк это же саке. Ну, то есть это вот эта вот водка японская. Чтобы саке нашей нации и нашего... нашего народа? Чё-то я не пойму вообще, чё они там... Короче, строят себе самогонный аппарат какой-то гигантский, что ли? Я не понял. Достаточно. Мы будем... Мы не можем ждать, пока... А, наоборот. А, ну да, мы не можем ждать, пока Кеймс, когда вернется и, короче, отчитается. Конечно, мой лорд. Блин, дисмиссит. Отменены? Как-то. А, вы уволены, лейтенант. Спасибо, что пришли, лейтенант Арганар. У меня есть слово от Chairman Roxian. Сейчас не могу это. Что вы... Оф дате, типа, бесчестные, что ли? Не, подожди, дате это... Да, по-моему, так. Пока... ну, типа, не бесчестные, а эти... Ну, короче, типа, не имеете статуса, что ли, официального, военного или как? Пока не будет официальных приказов от консула. Уволить бессмертного — плохая мысль. Здесь хороший отель недалеко по этой улице. Ты можешь там остановиться. Вы можете там остановиться и подождать официальных приказов. Мы уже подготовили консула, чтобы связаться с тобой здесь. Так, и вы можете проверить локат отелей и магазины на навигационной карте.
в верхнем правом краю экрана. Вы можете также зумировать кнопкой Back. Ну понятно. Ну вот. Первая сюжетная завязочка уже такая прошла. Ну, не считая самой начальной. Ну, я, честно, не понял, что такое Grand Staff. Вообще не понял. Highlands of Wall, уничтоженные метеором, это магическая энергия? Ну типа того, чувак. Что тут можно взять? Так, посмотрим, что тут еще можно взять. О, они перешли от монархии к республике. Я думаю, здесь большая разница. Некоторые вещи теперь проще. Эта улица закрыта, используя другие улицы. Вот. Понятно. Так, а это что? Ничего. Куда? А, стоп, куда смотрел сейчас, да? Он же голову вертит. Там что-то есть, что ли? Ну ладно. Эй, могу я рассказать тебе секрет? Не понял. Типа, это не какая-то магия, которую мой дедушка... Блин, короче, когда он был ребенком, я не пойму, как это правильно сказать. Индустриальная революция, магическая, сделана жизнь легче, конечно. Но сильно эффект на природу произвела. Что у нас тут еще? Ой, нормально так. Ходит, короче, по всяким мусоркам лазит. Лорд Гангора, член консульства. Также эксперт в магической энергии. Никто... Сейчас. Типа никто не сомневается, что ли, в то, что он может это использовать или что? Здорово, Костебрак. Вообще, привет всем, кто смотрит, но при этом не пишет в чат. Что ты хочешь, теперь ты бомж, тебя уволили? Так, ну ладно, тогда будем собирать все подряд. Тут довольно много добра, я смотрю, так. Антидот нашел. Все были испуганы магической силой поначалу. Дикие животные превратились в монстров.
Не прикольно. Ну, я 10 монет нашел. Не понял. Ну, короче, ничего важного. О, собачка. Хотел вообще-то собачку подгадить, ну ладно. Что у нас тут? О, магазин, магазин. Таверна Вирно. А, здесь всегда ходят слухи, что король Зифа был убит, ассасины Тед. Надо же слово. Если это правда, тогда мои деньги, тогда ставлю свои деньги на этого типа мага Роксиана. Чермен. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покопаемся в мусорке. Ладно, посмотрим, что у них есть. Война закончена, но тяжелые времена продолжаются. Ба, как насчет выпить, чтобы помочь мне забыть, типа пока что забыться. Давай, давай, что ты тормозишь? Я думал, тут можно купить что-то. А ты кто? Кент атаковали, или как? Атака Кента была репелет, ну догадываюсь, типа отражена, да. Но наши силы были, ну типа разгромлены, видимо. Что будет с нами? Ну-ка, ну-ка, моя мусорка. Аквабомба. То есть там кучу каких-то вещей уже понаходил. Ну бегает он, конечно, быстро. Итак, что у нас дальше по пути? Это главная улица города... А, это главная улица, да, города Угра. Вы можете... Короче, шопингом заняться. О, КТ. Стоп, а как там вроде камеры можно было приближать, да? Мне кажется, или у КТ башка слишком большая? Да, они не выкидывали, я так понял, он сказал, типа... Бессмертный не может быть солдатом армии, ну потому что, ну типа, это не по уставу. Вот, ну если я правильно понял. И типа просто сейчас он ждет каких-то приказов. Ну я не знаю, может я неправильно понял, но я говорю как бы свое видение. Насколько я понимаю.
владелец этого магазина. Путешествует, чтобы найти качественные эти, ну, вещи. Я типа поддерживаю, наверное, его энтузиазм, но мы не можем купить ничего, пока его нет. А, то есть я сейчас не могу ничего купить, ну блин. Ну чё, в чем прикол тогда? Реально, в чем прикол магазина, если постоянно путешествует этот владелец? Со случайными буду разговаривать так иногда. Магическая энергия сделана, сделала жизнь легче. Все, что ты видишь здесь, в Угро, все благодаря, ну, короче, этой революции индустриально-магической. Опа. Итак, консула. Гангора был отстранен. Майлорд. Также, пока лейтенант Арганар... Мне не выбранному согласны. Так отстранили ты Гангору, а не этого. Вроде. А не Аргонера, ну короче, не главного героя. А главного героя вообще он какой-то непонятный. Добро пожаловать. Консул сказал мне тебе, пожалуйста, оставайтесь. Пока Кайм глубоко спал, его сны проявлялись. Сны? Или его прошлое? На данный момент он не может понять. Нормально так поспал. Кайм... Короче, какие-то открывает память, которая была заблокирована глубоко в его сердце. Воспоминания, наверное. Recalls это воспоминания, наверное. Итак. Сон был revealed. Ну, типа, открыт. Давайте сон. Семья, помню, что за слезы.
Короче, у него были связаны казаки, он вернулся с долгого путешествия. Спасибо, что пришел. Он не понимал ситуацию. Че, время депеча нет. Тут можно было не торопиться переводить. Ну, короче, вроде он вернулся с долгого путешествия с слезами на глазах. Ну, типа, кто-то его благодарит очень сильно, что он вернулся. Он не понимал текущую ситуацию. И что-то к чему-то там время. Ну, в общем, поехали. Очень скоро, но все еще он знал этот день, когда-нибудь придет и не в далеком будущем. Я никогда не встречу тебя снова, она сказала ему с грустным выражением лица, когда он уходил в это путешествие. Ее улыбающееся лицо не понял. Ну ладно, это такой третий оборот вообще. Ну, в общем, она красивая, все такое, очень печалька, что он ушел и так далее. Могу я увидеть Ганну сейчас? Он спросил. Я не могу понять это. Стоп, сейчас я не могу понять. А, инкипер, понятно, владелец отеля дал ему маленькую нод. Бьет, что ли? А, не. Кивнул ему и сказал: я не думаю, что она знает, кто ты. Она не открывала свои глаза с последней ночи. Он предупредил Кейма. Ты можешь сказать... Ты можешь рассказать с того момента... А! Блин, опять непонятно. Сейчас. А, вы можете сказать от непроизвольных движений ее от непроизвольных движений ее груди, что она. Блин, это что ж за слова-то? Не понимаю. Что она, цепляясь к. Хилому потоку жизни. А, что она, ну короче, что она цепляется за жизнь, но... Cold snap. Ну типа может... Ну экшон, ну подожди, сюжет тоже интересен.
Ну, короче, может откинуться в любой момент. Это позорно. Я знаю, ты сделал специальную точку, специальное место, чтобы прийти к здесь для нее. Чего? Ладно, не буду задерживаться слишком долго на это. Никогда не забуду, хорошо, Кэм сказал. Он был... Он представил бесконечной смерти, и его опыт... Не, ну вы как бы как хотите, но я сюжет хочу понять, поэтому как бы я такие тексты буду читать. Его опыт его научил многому. Смерть брала силу. Силу речи. Чё? Первее всего. Ладно, хотя бы примерно понять. Его возможности. А. Где возможность показать. Чё? Блин, столько незнакомых слов, я в шоке. Ну, короче, тут такие, в принципе, общие фразы, особо так ничего важного. Так, инфаркт. Ну, короче, он положил на нее руку и сказал, я буду много путешествовать. У меня есть много истории о путешествиях, чтобы рассказать ей. Я буду смотреть вперед в мою... все мое время в дороге. Не буду, а я смотрел всегда вперед на протяжении всего моего пути. Продолжая улыбаться, женщина выпустила еще одну большую слезу и... Вот. И кивнула Кайму. И Ганна смотрела вперед, слушая его историю. Ну, в общем, я так понял. Вот то, что нам показали в ролике, да, она там упала. Видимо, она выжила, но осталась, наверное, коллегой, типа того, да. Не может двигаться. И вот он пришел, какие-то истории ей пилит. А она не может двигаться, но слушает и слезы. Ну, типа того, вроде бы. Владелец отеля сказал, мне жаль. Я думаю, тебе стоит оставить. Дать ей отдохнуть от твоих путешествий.
Чего не понял? Это путешествие, пока ты видишь ее, но... А, Каем прервал его извинения. Конечно, я вижу ее... Сразу? Ну, в общем, не знаю, как-то криво получается, но тяжело понять так сразу. Очень мало времени осталось. Ганна только... А. Дочь владельца отеля и... А. Ганна, дочь владельца отеля и его жена будут, возможно, дышать... Ее... Чего? Я не пойму, как это связать вместе. Все слова так переводятся, но я не знаю, как это связать вместе. А, типа, возможно, она дышит последний раз перед рассветом, что ли? А. Кейм ставит пакет возле двери и тихо открывает дверь в комнату Ганны. Ганна... Frail from birth? А, была хилая с рождения. Ну, слабая, да? Далека, ну, она была далека от того, чтобы наслаждаться путешествиями. Ее редкие, ну, выходы из города, или даже что? А, или даже соседство. В которых она родилась и выросла. А, ну, а, редко выходила из города, видимо, даже к соседям, с которыми она родилась и выросла. Это дитя было, возможно, не живо. Чего? А, кажется, понял. Возможно, не дожило бы до... Возможно, не доживет до взрослого, ну, до совершеннолетия, сказал доктор ее родителям. Чтобы эта маленькая девочка была... А, нет. Была экстраординарно красивая. Вот это слово я не понимаю. Кукольные фичи? Что это значит? Ну, в общем, ладно, возможности. А, типа атлетичная, что ли? Не знаю. Ну, в общем, понятно. Короче, крутая. Красивая там имба. А, так, ну-ка, чатик там надо проверить. Может, вы что-то там пишете, я не вижу. У меня тут Google переводчик. Игрушка линейная, а я откуда знаю? JRPG.
Интересно, сколько там еще текста? Я уже устал, но все равно хочу ну, прочитать полностью. Так. Тогда они разрешили ей родиться. А, родить одну дочь. Держателем этого маленькой гостиницы, чё? Но Хайвей был бы. Не понял этого смысла вот этого. Ну, в общем, ладно, разрешили. Ганна была... Не была, ВСНА была. Не могла идти никуда, но гости, которые останавливались, ну, эти постояльцы, в отеле ее родителей, рассказывали ей истории о странах и городах, и просторах, и людях, которых она никогда не знала. Некоторые новые гости появлялись в отеле. Ганна спрашивала их, откуда вы, куда вы идете, можете рассказать мне историю? Она сидела и слушала их истории с Паркинга, ну, в общем, неважно, с какими-то, наверное, с открытыми глазами, не знаю, может, с удивленными, может. Ну, в общем, неважно, не буду переводить слово, это не суть. Типа спрашивала, и что дальше, и что дальше. Когда они покидали отель, она... пожалуйста, возвращайтесь, говорил им, и расскажите мне больше истории о далеких странах. Она останавливалась, честно, сидела здесь, стояла там. Пока этот человек не исчезал вдали. В общем, понятно. И возвращалась всех в постель. Все закончилось. Прикинь, еще на японском было бы? Нет, еще не закончилось. Вау. Да, японцы не скупятся на текст. Ганна... что? Не помню, как это перевести. Да ладно, Sound Sleep крепко спит? Странно, Sound это же вроде звук. Ну ладно, Ганна крепко спит. Никто больше... в комнате. Возможно, интеграция. Ну, ладно. Не важно. Так. Типа она к докторам, что ли, что-то пришла, они что-то пытались с ней сделать, ну, вылечить, видимо. А Кейм сел... Что такое чер? На стул рядом с ее кроватью и сказал с улыбкой: «Привет, Ганна, я вернулся». Она не отвечала. Ее
Caption. Little chest, still не знаю. А, ну типа тяжело дышало, короче. Вент. Я ходил далеко за пределы, пересекая океан в этот раз. Ну, короче, за океаном был. Он рассказывал ей. Океан на стороне, где солнце встает. Я взял лодку с причала, да, с гавани. Вей-вей-вей. Ну, в общем, плыл далеко там за горы, которые ты можешь видеть из окна. И я был в море с момента, где луна круглая, что-то становится меньше и меньше, и больше, пока не станет полной снова. Ничего, что океан далеко. А. Океан так даль, ну, типа, такой большой, что, ну, короче, я так понял, типа, ну, глазами ты не увидишь даже его границ. Только море и небо. Ты можешь представить это, Ганна? Ты никогда не видел океан, но я уверен, люди рассказывали тебе о нем. Он такой огромный, полный бесконечного... Большая бесконечная лужа. Так, сейчас. Что за слово? А, Кэм хихикает и смотрит, как бледная Ганна немножко двигается, что ли, подожди. Сейчас. А, ее щеки слегка перемещаются. Она может слышать его. Даже если она не может говорить или видеть, ее уши все еще живы. Надежды могут быть истинны. Кейм продолжает свою историю о его приключениях, путешествиях. Он рассказывает... Чё? Короче, не знаю, неделя слов. В общем, с интересом, наверное, рассказывает. Так, недословно, если сказать. Всегда с Ганной Кейм улыбается специально. Ну, в общем, когда рассказывает историю, вроде там жестикулирует еще. Он рассказал ей о синем океане, он рассказал ей о синем небе. Он рассказал... А, он ничего не рассказывал о
боли в морских, ну, о жестокости морских битв, которые делают океан красным. Он никогда не рассказывал ей подобные вещи. Ганна была маленькой девушкой, где... А, она еще была маленькой девочкой, когда Кэм впервые посетила этот отель. Тогда она спросила его, откуда ты? И ты можешь рассказать мне историю? С ней... А, с ее детским произношением и невинной улыбкой Кэйм не помню, ну, наверное, видимо, рассказал. Каждое слово переводить тоже, конечно, муторно. Переводчики. В этот раз он вернулся с битвы. Больше точности он, или как сказать, он заканчивал одну битву, точнее говоря, он закончил одну битву и был на пути к следующей. Его жизнь, ну, короче, путешествие от поля битвы от одного до другого, и ничего больше не было у него каждый день. Он отбирал жизни у большого числа вражеских отрядов и... И был свидетелем смертей огромного количества товарищей на поле боя. Только одна вещь отличала врагов от товарищей. Небольшая удача. Чё? Ну, типа небольшой ход удачи. Имея рычаги судьбы, не понял. Оказалось немного другим путем. Его враги должны были. Распорядись судьба чуть по-другому, его враги могли бы быть товарищами, и его товарищи врагами. Это судьба. Наемника. Он носил не пойму. То есть он наемник, что ли, оказывается? Вот почему его могут так просто уволить, в принципе. Ну типа быть наемником это очень одиноко. Слова процессора вообще нету.
носим процессор бесконечной жизни, КМ, типа носитель, да? КМ не боялся смерти. Которая пугала всех солдат. И почему каждое лицо человека, который умер в агонии, разжигало разжигало его мозг, ну, так условно говоря. Проще говоря, он тратил ночи в пути, на пути drinking, ну, короче, бухая, как сказать-то, распивая, в общем, алкоголь, видимо. Хотя тут алкоголь не сказано, drinking это же, в принципе, просто пить, да? Я что-то, может, не пойму смысл. Но я так понял, типа, чтобы забыться, как обычно. А, да, когда он был в алкогольном ступоре или претендовал ту или ну, в общем, он пытался сделать, пытался забыть все незабываемое. Где обычно он говорил, когда он говорил Ганне, когда он видел улыбку Ганны, и она умоляла его рассказать истории его долгом путешествии, он непонятно, последнее вообще непонятно. Вообще непонятно последнее, ну ладно, я думаю, ничего страшного. Ура, ты сделал обед, Тор. Поздравляю, я вот уже голодный, кстати. Ладно. Он рассказал ей много вещей о красивых цветах, которые он нашел на поле битвы, о красоте какого там леса ночью перед финальной битвой. И каких-то ручьях воды, где он и его люди были после, наверное, отмывались, что ли, после проигравшей битвы. В целом мысль ясна. Он никогда ей не говорил об этом. Ей никогда не говорил ей плохого. Он рассказывал о... он держал свой рот закрытым по поводу всяких уродов и... о всяких не очень моментах, вот таких вот битвах там. То, что на поле битвы там происходит. Он держал в стороне свою позицию как наемника от нее, ну или типа скрывал, в общем, это. В общем, рассказывал ей только красивые истории, то, что все хорошо, мир, дружба, жвачка. Как же кишки и монстры, ну, ей бы не понравилось. Оставаясь в отеле, где Ганна ждала
чтобы ее... А, чтобы увидеть его... Рассказывая ей о воспоминаниях, он вот, опять про путешествие. В общем, ладно, не важно. 5 лет, 10 лет его дружба с этой девочкой продолжалась. Она, мало-помалу она взрослела. А, ну, что подразумевало? Ну, в общем, то, что она все ближе и ближе к смерти. И сейчас Кайм заканчивал свою историю о своем путешествии, где он... А, ну, да, заканчивал рассказывать ей. Он больше никогда ее не увидит. Больше никогда не расскажет ей истории снова. Перед рассветом, когда темнота ночи станет глубокой, длинные паузы стали появляться в ее дыхании Ганны. Слабый поток ее жизни. Это типа все за все, за что цеплялся Каим и ее родители, которые приглядывали за ней. Небольшой свет. Падал. Каим, Брест. Небольшой свет, падавший на грудь Кайма, был погашен. Его путешествие начинается завтра. Он долгое путешествие без конца. Он уходит в путешествие скоро, Ганна. Каим сказал ей мягко. Фух, а то закончится текст уже. Ты покидаешь ее мир, который ты покидаешь мир, который никогда не знала, и мир, который никогда не входила. Стоп. Мир, который никогда не входил в любые истории, которые ты слышала. Наконец ты имеешь возможность покинуть свою кровать и пойти в любое место, которое ты хочешь, ты свободна. Он хочет, чтобы она знала... Чтобы она знала, что смерть это не печально.
Радость, но радость смешивается со стрезвением. В общем, я не понял смысл этого предложения. Ты... Turn now. Ну, типа... Будь уверена и расскажи всем о своих своих воспоминаниях о путешествии. Ее родители сделают такое же путешествие когда-нибудь. И когда-нибудь Ганна будет иметь возможность рассказать всем гостям, что она знает, которых она знает в отеле. Что за небом? Что находится за небом? Я, конечно, никогда не приду сюда. Я никогда не покину этот мир. Я никогда не увижу тебя снова. Это не прощание, это только начало этого путешествия. Он говорит эти финальные слова ей. Мы встретимся снова. Его финальная ложь ей. Ганна делает ее отправление, не знаю, вот так. Ее лицо искажается спокойной улыбке, и она просто сказала: «Скоро увидимся». Ее глаза больше никогда не открылись. Одна слеза, ну, типа, тихо скатывалась по ее щеке. Конец. Ачивка. Текст переведен. Фух. Так, что тут у нас в чатике? Жесть. Эднес, привет, помоги мне десерт, оваться отпусти, я бы сразу не мог, не пускает коробок, что? Перевод за 100? Это новелла? Так, что за туториал по тысячам слез снов? Ну давайте посмотрим, что за туториал. Пен заполняет... Он сейчас заполняет... Это не последнее, что такое будет, и таких еще куча будет. А, вон, заполняет. Ну, очень понятно. Заполняет. А что это дает? Стоп, что это дает? Понятно. Так. Знаете, мне, к сожалению, надо прерваться на несколько минут. Мне просто тут звонят в скайп. Ну, это, возможно, важно что-то. Так что, к сожалению, надо прерваться. Не знаю, наверное, на пару минут, скорее всего. Ну, короче, как получится сейчас.
Так, ладно, пока вернулся. Не знаю, разговор пока не состоялся. Но, возможно, придется еще раз прерваться. Но пока что возвращаемся. Так. Куда нам пойти? Закрыто. Оп. А, ну это... Ну ладно, в общем, я думаю, тут, скорее всего, ничего искать. Особо нечего искать. Да? Это просто комнаты в отеле, наверное. Хотя... Книга гостевая. Гостевая книга. Дорогие наши гости, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, пожалуйста, пишите здесь. Ну, в общем, понятно. Что-то много там очень. Вылетела оттуда монета. Ну тогда мы пройдемся в другие комнаты. Сейчас я пока чатик не вижу, сейчас я открою. Карта города Угры. Grand Gate, Downtown Угры, Palace, Transportation of Угры. Ладно, понятно. Описание, не буду сейчас это читать. Слишком уж напряжно такие большие тексты, по сути, бесполезные читать. О, сундук. Ну, я надеюсь, это не нужно. Ну-ка посмотрим, что у нас там, сколько набрали. Все, я вижу чат, если что. Мы набрали там каких-то вещей, там каких-то... Ring Assembly. И чего? Ну, как-то я не знаю, я ничего с этим не могу сделать. Ну ладно. Пойдем туда вниз. По пути, конечно, в мусорке будем лазить. Да, Тор, да тебя никакая игра не впечатляет, я уже понял. Так, это нельзя цветок взять? Так, антидот. Видимо, нам пригодится антидот, мы его уже много нашли. Хорошо спали? Для вас нет сообщений. Мы можем держать любые сообщения, которые приходят здесь. Так что, пожалуйста... Не hesitate. Чувствуйте свободно использовать любые предметы, которые найдешь здесь. Странно, да, как-то? Че это мне вдруг позволяет брать любые предметы, которые я могу найти? Я имею в виду, тебе ни одна трехмерная игра не нравится.
Че, в туалет не могу что-то зайти? Или это не туалет? Закрыто. Ну ок. Бежали-то на улицу. Ну потому что, какую не вижу, ты всегда говоришь, что-то не впечатляет, что-то не впечатляет. Так. А куда нам идти? Это же этот Гангора, да, или как его? Подожди, пошли, моя глотка, проклятие. Почему ты преследуешь меня? Ты Кайма Аргонар, я имею в виду лорд Гангора просил меня не говорить. Это правда. Кое-что важное для тебя нужно сказать. Ты кто? Дженсен. Этот, ну, мессенджер, ну понятно. К твоим услугам. Так, а куда мне к нему идти? Не, пойдем обратно. Или нет? Не, пойдем обратно. Что? Я не нажимал ничего. А, ты слышал об этом? Соединение шахты. Чё? Майн это? Подожди, майн это чё? Сейчас. Да, шахты. Соединение шахты в консоли... Блин, я не понимаю тогда. В консоли... Говорит мне... Рассказал мне... человек консула Гангора. А, соединение шахт в консульстве, что ли? Которых рассказал мне Гангора, будет confined. Ограничено личным имуществом. Это может быть правдой? Солдаты перед его домом не смогут защитить его, но больше... Чё, Razor Keeping? Держать его здесь? А, типа, нужно ли держать его здесь, что ли? Не, у меня такое ощущение, что уже пора делать перерыв, потому что, конечно, очень устаю от того, что английский. Так, тут секретка. Да, под каждым плакатом. Так, довольно обширное место. Я не знаю, куда мне бежать сейчас. Тут много чего есть.
Так. Ладно, мне опять все-таки надо прерваться, я извиняюсь. Так, ну, я вернулся, но вообще, наверное, ненадолго. К сожалению, тут дела есть. Да и вообще, я уже говорил, что я устал. Так.
Ну сейчас до какого-нибудь еще логического момента около дойдем. Ну, проще говоря, до сейва. Либо побегу и вернусь к тому сейву, который уже был. Это что такое? Ой. Я это крутанул. Ладно. Опа, что тут? Оп, взял, разбил. Кошку пнуть? Нет. Так, а вот в этих мусорных контейнерах я не смотрел. Сид. А тут что? Ладно, посмотрим, что у нас вот тут по улице дальше идет. Гарден. То есть сад. Что у нас в саду? Бронированный это автомобиль. Ага, вот и сейф. Я не знаю, нам надо сюда или нет, но... Во всяком случае... я здесь сохраняюсь, и на этом все, ну, по крайней мере, ну, в эту игру я сегодня, наверное, не буду больше играть, не знаю, посмотрим. Наверное, что-нибудь еще потом постримлю попозже, где-то через полчаса, час. Вот, ну, наверное, на эта игра на сегодня все. Вот, так что на этом стрим я завершаю. Больше не знаю, вряд ли. Посмотрим. Вот. Если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, можно, как обычно, писать в чат. Я где-то еще пару минут в чате посижу. Вот на этом все, прощаюсь. Увидимся на следующем стриме.